Ну вот, что брали на спасательную, так сказать, операцию. Клеенки, я не знаю, бэушненькой. На всякий случай, возможно, там застелить что-то, накрыть. Переносочка. Генератор еще не привозил. Сейчас привезу. Маска, болгарка, электроды запечатанные, сухие. Вот сварка, понятное дело. Гайковерт и головка на 19. Очень пригодился. Вообще капец. Надо было вообще набор полностью брать. Но этого было достаточно. Домкрат один, второй в машине, в багажнике. Два диска запасных на всякий случай. Потому что не знали, что там. Что там было. Вот, два молотка. Ну и все, пока здесь все. Брали вот такой еще генератор с собой. Небольшой. Сварку он тянет, болгарки тянет, весь инструмент тянет. Такой мобильный, компактный генератор. Так, второй домкрат. Вот этот очень здоровский выручил. Километров 90. А вот фура, не знаю, то ли пустая, то ли груженая, обгоняют как стоячие. Это не первая. Это уже не первая, наверное, уже штук 6-7. Вот это пахан спереди едет. Прицеп. Оказывается, малой кровью обошлось. А подшипники рассыпались, наверное, или сепараторы рассыпались, или что там случилось. Короче, колесо со ступицей. Поле ушло, Димон бегал. А нет, далеко было. Да нет, ну, метров, через дорогу под знаком. Через дорогу под знаком было колесо. Не разорванное, ровное, накачанное. Хорошо, хоть ступицу с собой взял. Запасную. Она даже приварена к трубе была уже. Я уже готов был на всю. Сзади машина еще едет. Тоже, пацаны, с прицепом, с генератором. Мы едем тоже. Полный багажник инструмента, прицеп пустой, правда, пустые, но ничего, прокатались. Вот. Поддонкратили, хорошо хоть брал с собой два донкрата гидравлических. Один маленький, подсовывать удобно, другой пятитонник и еще был обычный. Вот, ну мужиков не брал. Задонкратили, все это вывесили, открутили, сняли обойму внутреннюю, которая там осталась. Хорошо хоть с собой взял гайковерт, биту на 19. Надо было, конечно, все ключи брать, но притормаживать. И на 12 или на 10. Ага. Ну, то мужики дали там головки. На 32, оказывается, у бати ключ был в багажнике. На 30 открутить гайку. Ни у кого не было ключа. Оказывается, я все-таки положил ключ. Открутили, закрутили, но у меня там вареный, самодельный. Затянули ломом, как всегда. Надо будет подшипники поменять на обоих колесах. Что интересно, вот прицеп едет с одним номером, и сзади, за нами, еще машина едет точно с таким же номером. Мой второй прицеп, на всякий случай. Как-то так. Хай буде, да. Вот такие вот дела. Нормально, в общем. Малой кровью обошлось. Впереди Ленинградская светится уже. Километров 40 осталось. Ну, прям нормально. Вот в багажнике лежал ключ. Я делал на 30. Приваренный к трубе и под лом. Здесь вот прожженно. Туда конец лома выходит. Вот он нас очень даже здоровски спас, мужики. Вот, лежал в багажнике. Так, ну брал с собой еще вот кусок трубы 60 на 60. Балка у меня из такой трубы сделана. Приварил к ней ступицу. Вот, пока мужики ехали. Позвонил всего лишь двум
товарищам среди ночи. Было задано только два вопроса. Что с собой брать и куда ехать? Все. Он пока не ехали, подготовил, потому что не знали, что произошло. Батя говорит, ступицы нет, возможно, лопнуло, оторвало. Ну, непонятно, что там. Человек, как кнопочный телефон, так бы сфотал, снял бы, уже была бы более-менее картинка ясна. Спасибо мужикам, которые останавливались, пока мы мчали, как говорится, на помощь. Предлагали свою помощь. Вот. Вообще, красавцы. Было, батя говорит, их очень много, кто тормозил и предлагал помочь. Но он говорит, уже спасатели едут. Так вот, это ступица, которая оторвалась. Ну, видать, или сепаратор лопнул, подшипники сошлись в одну сторону. Вот, и она выскочила. Вот, товарищу, который подсказал, где колесо находится, человек остановился, говорит, мужики, вот там лежит ваше колесо возле знака. И оно, оказывается, оторвалось, согнуло под крылок. Сейчас я покажу это все дело. Докатилось до дорожного знака, врезалось, и там же и лежало. Вот Димон пошел, забрал. И самое удивительное, что колесо, диск никак не пострадали. Колесо накачанное, просто тупо открутили эту ступицу. Сняли отсюда, мужики, ступицу с подшипниками. Поставили, затянули, прикрутили колесо и поехали дальше. Вот и вся проблема. Ну вот, собственно, эта сторона, где выскочило колесо, вот, точнее, ступица вместе с колесом. Вот так вот разогнуло крыло, металл тройка, все, под прицеп полностью самодельный, вареный. Вот. Заводской, наверное, уже рассыпался от такого удара. И, я не знаю, борта, наверное, повыдавливало. Отбило фонарь. Ну, колесо, вот оно, то, которое отскочило. Приехало накачанное. Вот. Ну, диск грязный, понятное дело, дорога. Прицепу лет 10, наверное. Вот такие вот дела. Кто скажет, что самодельный прицеп — это дерьмо полное, идите в жопу. Это дорога. Случиться может с каждым. Любая непредвиденная ситуация. Как вот в данном случае подшипник рассыпался. Вот. Повторюсь еще раз. Заводской, на мой взгляд, развалился бы со своими жестяными бортами, пластмассовыми крыльями. Удар, вот он, пришелся весь на нормальный металл. Вот, как-то так. Ладно, всем пока. Этим займемся попозже. Вот. Как-то так.